Родным погибших шахтеров выплатят единовременную компенсацию в размере 10 годовых заработных плат. Также за счет средств ArcelorMittal Темиртау им покроют все расходы на погребение. Акимат Карагандинской области вместе с уполномоченными госорганами составляет списки членов семей, кому будет оказана помощь. Без внимания никого не оставят. Родным погибших горняков купят жилье и погасят все действующие кредиты. Предусмотрено сразу несколько видов ежемесячных выплат. Это пособие по потере кормильца, страховка всем детям как минимум до 18 лет и выплата из Госфонда социального страхования в зависимости от зарплаты. Членам семей будет гарантировано лечение в санаториях. Помимо этого, в дальнейшем им помогут с трудоустройством. Детям шахтеров оплатят обучение, а тех, кто сейчас проживает в домах с печным отоплением, обещают обеспечить углем. Семьям погибших шахтеров будут выплачиваться выплаты по потере кормильца из трех источников. Из государственного бюджета – это государственное пособие, из государственного фонда социального страхования – социальная выплата, и выплаты из компании по страхованию жизни. Средний размер выплат будет зависеть от заработной платы самого погибшего шахтера, от числа иждивенцев в семье. Эти выплаты будут назначаться до достижения иждивенцами 18 лет. Если иждивенцы будут обучаться в организациях образования, то выплаты будут продолжаться до достижения ими 23-летнего возраста. По коллективному договору ArcelorMittal обязан обеспечить выплату 10 годовых заработных плат погибшего. Также он обязан обеспечить детей работой.